Проходите, пожалуйста. Он смеется. А где Гиря? Как вы на это смотрите? Нет, это он хочет, чтобы мы уже пошили, как будто уже, да? Да, вы уже как будто шили. Так, Марина, как договаривались, сделаем из синего, мы сделали синюю пайеточную ткань, вставили, плечо изменили, как мы с тобой договаривались, на другое, красную маечку добавили и юбку, длинную юбку, которая у тебя достает до пола. Да. Значит, я не знаю, как было, конечно. Как было-то? Нет, сюда вот. Говори, прям. Как было. Удобно, нормально? Ну, да, хорошо. Хорошо? Ничего? Нигде ничего не жмет. Здесь мы подберем, как мы договаривались, да? Здесь будет наплыв. Юбочку мы собираем, все как по плану она у нас выскакивает, да? На плечо все хорошо, татуировку видно, все в порядке, герб на месте, все как надо. Да, платье клевое. Это же не платье, это просто отдельно все. Юбка, кофта, маечка. Ну, чувствую себя хорошо в нем. На ринг бы вышла? Ну, в смысле, на спортивную площадку в таком бы вышла? Ну, только без юбки. Ну, в кофте, да. Метров, наверное, я думаю, много ушло, потому что я женщина гром. Большая, объемная. Ну, на юбку точно 5 метров ушло, потому что она отсюда и до самого пола. Но здесь, наверное, 3-4 метра ушло. Ну, как бы, я люблю такие цвета. Ну, я очень редко хожу. Ну, просто шили то, что я хотела. Прям оно мне подошло и по душе, и по образу.